Теремок ТВ. Мы еще на шаг приблизились к окончательной победе. Поверь, ты способен свой страх преодолеть. Стань смелым и сильным, что в жизни все суметь. Сделай шаг, не робей, не сбивайся с пути. Мы должны поскорей землю нашу спасти. Сделай шаг вперед. Металионы. Погоня за диким орлом. Что такого в этом сериале? Никакого реализма. Ура! Срочные новости из Гватемалы. Из-за мощной сейсмической активности началось извержение вулканов. О, нет! Надеюсь, никто не пострадал. Какой ужас! Прямо сейчас проходит эвакуация всего населения. Сэр, послушайте, вулкан! Что там делает Леонард? Сэр, извержение... Да, вулканов. Знаю. И еще я знаю, что их пробуждение вызвано сигмой. Но зачем? Ой! Ребята, подъем! У нас возникло срочное задание! Есть! Не беспокойся, бегу! Спустя несколько месяцев мой шедевр. Правительство Гватемалы размещает жителей в убежищах по всей стране. Нельзя терять ни минуты! Лео! Лео! Я готова! Где все остальные? Илон, как ты там оказался? Ария! Моя картина! Стоп! Кто это сделал, Илон? Я и впрямь немного погорячилась. Думаешь? А картина? Ну, я поторопилась, услышав о задании. Работа прежде всего. Не беспокойся, мы вернемся как раз к концу уборки. Пока! И не забудь про уборную! Ария! Илон, против вулкана это пара пустяков! Держись! Вперед! Я
так и думал. Сигме очень нужны последние камни. Мы его остановим? Вряд ли. Нас мало. К сожалению, придется только лишь наблюдать. Понял. Хорошо, держи меня в курсе. Ха! Не смогут. Сигма все забаррикадировал. Не беспокойся, замани их ко мне. Я, кажется, нашел другой вход. Заманить? Может, просто скажем? Так проще. Увидишь. Так точно. А, берегись! Надеюсь, получится. Можете остановиться, ребята? Нет, еще рано. Я не знаю, кто в нас стрелял. Кажется, была атака с воздуха. Впрочем, я не уверен. Очень странно. Это статья про карстовую воронку 2010 года. По-моему, дело нечисто. Или я ошибаюсь? Ну же, приманка уже перед вами, нужно лишь клюнуть. Дело нечисто. Возможно, это ловушка. Есть лишь один способ выяснить. Итак, где была воронка? Там? Наконец-то. Сегодня немноголюдно. Как удобно. Даже слишком. Что ж, хорошо, что я развернул знак. Ха, особенно, если они боятся ловушки. Что-то не так. А знаете, Ария, возможно, права. Мы можем попасть в засаду, либо выйти прямо на Сигму. Возможно, предлагаю продолжить путь. Вы нарочно идете не туда. Где они, Аргентавис? Скоро буду. Поторопись. Сигма наверняка уже прорвался. Делай все возможное. Я все улажу, но будет нелегко. Аргентавис? Откуда? Нет, не может быть. Он что, теперь за Сигму? Да. Вам лучше бежать. Ответь, что происходит. Сейчас же. Ха-ха-ха-ха. Сначала одолейте меня. Илон. Понял. Лео, Ария, модернизация. Электромотор! Ха! И это все? Я помню более грозного воина. Ну, погоди! Что? О, неплохо. Он слишком высоко! Не для меня! Есть! Ха-ха! Промазал! Послушай, птичка! Взгляни еще раз! А? Вот я вам! Какой быстрый! Кому-то надо потренироваться в тире! Ха-ха-ха-ха-ха!
А? Нет! А как же я? Что, если нас увидят местные жители? Городок эвакуирован. Не увидят. Никто не пострадает. Еще чуть-чуть. Нужно соединение. Удар крылом! Есть! Попал! Наконец-то я направлю их куда надо! Аргентавис! Какая огромная яма! Откуда она? Дело рук Сигмы? Наверняка все дело в вулкане, который пробудила компания Сигма. А может, в старых трубах. Хорошо, хоть извержение прекратилось. О, жителям не обойтись без посторонней помощи. Это дело для эко-отряда. Давайте спасем Аргентависа. Кажется, поверили. По крайней мере, пока. Чего только не приходится делать. В следующей серии. Мы решили исследовать эту воронку. Какие бы тайны ни скрывали эти темные пещеры, они заслуживают моего пристального внимания. И Сигма тоже. В следующей серии. Спасая положение. Спасая положение. Почти добрались. Просто если боссу так нужен этот камень, мог бы и сам покопаться под вулканом. Успокойся, послушай. Если бы босс явился сюда без нас, нам бы не довелось взорвать этот вулкан. Точно. О, вы что, шутите? Надо найти камень, пока не поздно. Явно все ближе. А? Странно. Что это? А, ну конечно, логично. Это головоломка. Лео, ты знаешь, что это? Вообще-то... Не знаю. Но нам поможет Урса. Давайте спросим. О, точно! Он разгадывал головоломки в железном храме. Настоящий знаток! Да, головоломки даются ему лучше, чем нам. Верно. Приступим. Начинай отправку данных.
получил сведения? Так точно. Послушай, Ария, не привезешь мне сувенир? Сигнал пропадает. Удачи! А? Числа Майя? Разве ты их не проходил? И почему ты спрашиваешь? Просто так, я лишь интересуюсь. Это правда, Илон? Где ты сейчас? Надеюсь, не в беде? Капитан, успокойся, он в порядке. Ну пока. Нарушители! О, нет! Отойдите! Ха-ха, чтобы ты повеселился один! Ну же, скажи! В основе головоломки священный календарь. Нажми, чтобы выбрать день, затем поверни колонну, чтобы выбрать месяц. Установи сегодняшнее число. Нажать и выбрать день, затем выбрать месяц. Понял! Живо! Илон! А? Попытка не пытка. Пора разгадать головоломку. Это расшифровка чисел. Понял! Спасибо! Защитный механизм архейского камня. Ария! Лео! Осторожно! Элвин, что ты знаешь о календарях Майя? Хороший вопрос. А о каком из них? Год может быть длинным или коротким. Если глифы закругленные, то это Цолькин, в котором 260 дней. Если угловатые, это Хаап. Он почти такой же, как наш. Ты спас меня! Спасибо! Ха! Что ты сделал с камнем? Я? Ничего! Молодец! Мы сумели их заманить. Осталось только спасти. А ну, признавайся! А, молчишь! Сейчас заговоришь! Лео, Ария, соединение!
храбрые, прекрасные, в бою опасные. Да-да, в атаку! Нет, не стойте столбами! Есть! Вот, будь у меня камень, детектор бы это показал. Ты прав, да. Нам не стоило сомневаться. Хватит лезть, она не поможет. Ай, кто это? Перестань, думаешь, я тебе поверю? Стоп, смотрите. Лео, неужели он тебя провел? Нет, свет внизу. Ладно, заметили. Аргентавис? Пришлось понаблюдать. Леонард обрадуется, узнав, что Сигме камень не достался. Постой! Хочешь сказать, что за всем этим стоит Леонард? Разумеется. Кто еще проследит, чтобы вы все сделали правильно? Что все это значит? Что вам лучше обернуться? Да, бегите отсюда! Вернись! До новых встреч! Я врезался нарочно. Проверял свои крылья. А теперь мне пора. Береги перышки, птичка! Вернемся домой. Какая странная миссия. Леонарду стоило поделиться планом. Это уж точно. И что с этим Аргентависом? Ну, он всегда был странным. Кажется, он помогает искать оставшиеся камни. Если задумает плохое, я с ним разберусь. Для начала разберись с другими вопросами. Вот, например. Постой! С корзиной все в порядке. В следующей серии. О, Париж! Отрада глаз моих! Наш друг представляет свой новый научный проект. Я бы рад остаться, но прежде нужно уладить другие дела. В следующей серии «Острый нюх».